Приветствую вас, уважаемые коллеги по хобби. Вот такая радость. Наконец-то я дождался канату от фирмы Беркинг. Я думаю, многие рыболовы ждут выход этой новинки. Выход этой новинки на рынок. Так как сама копия довольно качественная, но цена намного ниже, чем оригинал. Реально держишь в руках такая тяжелая, огромная игрушка. Игрушки наши, рыболовные. Приятно, приятно держать в руках, ребята. Как видите, надписи нету на воблере. Три очень острых, больших тройника. Цепляются за кожу сразу же. Новинка только вышла в мае. Надеюсь, уже появилась в продаже. Тройники цепляются. Довольно шумный воблер. Система дальнего заброса хорошо работает. Ну, реально зачетная новинка. Давно хотел попробовать большие воблеры, а воблер довольно большой. Сейчас померим, взвесим. Очень качественно все сделано. Краска довольно крепкая. Матовый такой цвет. Тройники качественные. Петельки все проклеены. Да, уже в принципе про воблеры от фирмы Беркинг сказано много. Много обзоров. Реально фирма достойная. Хороший конкурент. Конкурент для японских именитых воблеров. Так как данные воблеры ловят. Ловят довольно успешно. Но цена намного ниже. Сейчас померяем. От носа воблера до хвоста 16 сантиметров. А если мерить от начала лопатки до конца тройника, 19 сантиметров 7 миллиметров. Как видите, воблер очень крупный. Не каждая палочка его, может быть, и протолкнет. Ну, ширина не точная, но примерно где-то 16 миллиметров. Сейчас прикинем второй воблер. Ну, также 16 сантиметров длина от конца до хвоста воблера. Да и весят они неплохо. Вот обнулил весы. И сейчас положу воблер в коробочку. Воблер довольно большой, неудобно взвешивать. И взвесим его коробки. 29 грамм 68 сотых. Опять обнулим. И взвесим его собрата. 29 грамм и 55 сотых. Разбежка практически никакая. 29 грамм он есть, что так, что так. Ну а сотые, друзья, можно и не смотреть. Сейчас проверим их на плавучесть. Посмотрим,
тонущие, всплывающие, может быть суспендер. Сейчас это все проверим. Наберу в емкость воды и окунем, помакаем их в воду. Подготовил емкость с водой. Как видите, воблер плавающий, хоть и тяжелый, но модель всплывающая. Всплывает довольно быстро. Но я думаю, из-за своих размеров, из-за того, что он довольно шумный, данная модель щуку даже будет поднимать из глубины. На этом, друзья, обзор буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале, смотрите мои видео. Буду очень рад, если вы напишите комментарий, поставите лайк. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке.